Сесть не могу. Я бы хотел свои глубочайшие искренние извинения принести. Поверьте, там очень сложно был день для полиции, и наложением фактов я, ну, просто за 5 минут буквально до этого меня газом залили, у меня запотело, забрало, и я не видел то, что происходит. Пытались, вот у меня оторвали там. Ну, это адреналин, когда идет, и я поверьте. Вы уж простите, он парень хороший у нас. Я вам клянусь, просто для меня эта ситуация шоковая. Когда я узнал, что произошло, это личная трагедия была. Ну, не переживайте. Вам все живы. Ой, цветочки такие хорошие, зонтемочки. Правда, Маргарита Викторовна, не держите зла. Он очень переживает, Маргарита Викторовна. Вот. Ладно. Ничего страшного. С Богом. Что, не плачь, да? Простите его, пожалуйста. Правда, он не специально, не хотел.